Шварц, давай вперед. Вот сюда. Шварц, вот сюда сядь. Сел. Опа! Помоем, а ту грязная была. Ну чё? Алиса, молодец, моя школа. Зачем нам направо? Давайте налево. Там, я же вам еще раз говорю, направо ничего хорошего нет. Ахмед, с тебя сторис в инстаграме. Давай, давай. Потому что у тебя курс пока плохо держится. Но ты весло хорошо держишь. Смотри. Во, как лопату держишь. И это, вы не забывайте, что Алиса и Саша, они не спортсмены. Вернее, Алиса спортсменка, а Саша нет. Поэтому не надо стремиться так быстро гребсти. Давай пока ждем. Да, ждите, пока балуйтесь. Пока можете что-нибудь рассказать. Потому что я на видео вас снимаю. Будь аккуратен, не матерись. Шварца видите? Нет, я просто его не вижу. Видим. Он спрятался между ног, сволочь. Кстати, вон кувшинки красивые, да? Сейчас можно не балансировать, просто, да, полусогнутыми ножками. Ага, теперь это весло подними, как я учил. Оно короткое, потому что... Да. Алиса, хват нижней рукой ниже, да. Ну нет, чуть выше, ниже. Вот, нормально. Вот это нормально. И вот именно вот так загребай. Во! Прямая рука верхняя. Нос, нос к волну. Все, хорошо. Боком не стойте. Света, развернись. Первый опыт. Шварц, где мама? Шварц, мама где? Шварц, маму видишь? Настя, поговори со Шварцем. Шварцушечка. Шварц, это мама. Мимо меня приезжаешь, да? Вот тебя папа. Аккуратно. Знает. Смотри, как их заносят без этого, без плавников. Смотри, жесть. Ну нет, такую же жопу поднимешь? К маме хочет. А, клево, да? А вот это, если волна сбоку будет бить, если ты будешь стоять, можешь опрокинуться. Вот Италия, хочу вниз. Вон, Иван научился. Иван, когда стоя гребешь, смотри. Вот, тоже используешь выпрямление. Наклон, выпрямление. И верхнюю руку выпрямляй. Молодец, видите, какая волна у него. Ты занята релаксом. Нечего. Да, у меня все расписано, говорю, вечером не могу. Нечего перерабатываться. Да, это. Эй, ты сейчас, я знаю, что ой, произойдет. Ой, сейчас начнется. Ты сейчас пойдешь к маме и упадешь, да? Шварц, аккуратно. У него жопа промокла. У тебя ответственности не было. Я тебе ответственность. Надо встать. Или вот этот человек всегда сидит просто. Ахмед, я одной рукой тебя делаю. Одной рукой, вот именно. Сейчас у меня я... собака, у него Света. Уже учит, второй раз стоит на сапе, учит уже. Все, да, все знают, он в Алмане какой дьявол. Держи, блядь, весло правильно. Настя, это же... держи, блядь, весло правильно. Правильно же. Ну вот, уже научился. Да и не жарко, и ветерок такой хороший, приятный, да? А, вы это? Вы решили его на буксир взять? Нет, он сам взял на буксир. А зачем вы не зацепили лишь себе? Это Ахмед. Ну ладно. Ахмед, разворачивайся. О, молодец. Эй, мешок! Зато мы каждый раз убеждаем, что он умеет плавать. Сейчас, сейчас, сейчас упадешь, аккуратно. Молодец.
собака сейчас вот толкнула. Видели сзади, какая волна, блин? Можно сфотографироваться на фоне вот этих всех кораблей? Все вместе. Да, все вместе собраться. Нет, вот возле Алисы. Да, сфотографируй. Кидайте телефон, девушка. Я думаю... Или Алиса сфоткай, или Иван давай. Мы сейчас все находимся в поисках тех, кто пропускает студию Фейсфит. Наташа, ты можете меня обойти. Внизу бревна с гвоздями специально, чтобы не было. Там подтягивались, ходили по палубе. Mm-hmm. Сейчас она принадлежит какому-то чуваку. Вот это его дом, кстати. Пальцем не показывайте. Вот. Да. Он нанял охранников. Они здесь иногда выходят такие, и я говорю, ото иди, ото цонуфри, ото боссу, облезешь. И приходится уходить. Куда тебе? Не надо, не лезь. Я же сказал, нельзя. Прикольно, да, по тоннелю так? Нет, нет, Настя, веслом нельзя, только руками. Понятно? Весло поцарапаешь. Не стоит это того, чтобы... Там Алиса. Отстающий, как ты. Ты ближе подойди. Алиса не отстающая, а замыкается. Ура! Свет в конце тоннеля. Теперь, можно кофе, теперь дальше подойдем туда и там чай попьем. Обычно замыкающих забирает черный мичман. Съел ее, да? Да. Если мичман что-то не брал, значит и не вернет. А ты дрожал тут. Бля, подосточный ляж. Дрыгал. Жиречка на них нет. Да? Жиречка нет. Низко. Ну все, толкайте, гребите нас. Толкай свет, короче. Короче, мы вчетвером стиль катамаран гребли, но нас тут сколько? Шесть, да? 3, 4, 5, 6. Шестером тоже можно. Ванька с краю, я с краю. И если все друг друга весла будете держать, вообще классно будет. Какой-то покричал рядом. Да, ну не ближе к нему, а это. Ладно, на... пошли поделимся. Вровень с ними. А надо побить. Человек целый день катался. Кто там сзади? Настена, ты? Теперь Света доставает свой чай, кофе. И разливай. И разливай. И сейчас, Иван, тебе придется поработать. Тебе никто не звонил. Постоянно. В Мотовграде сказали, лучше Олега спросить. Ну, короче, всегда бизнес работать надо. Крутиться надо. Наверное, больше майонез и сосиски не кушали в жизни, да? Нет, ты знаешь, сейчас накроет волной. Цунами идет, цунами. Ураган Френ. Туда ищ, ты после душа. Поблизу. Ты откуда знаешь, что Ахмеда? Отбор Нуровского. Это же этот... Надо еще Рафу вытянуть из четырех бетонов, из четырех стен. Это естественный отбор.
Школьц нормально, не страшно. Настя, вот ты курники поела, у тебя сап складывается уже пополам. Вот я и говорю, отработать надо. Больше не ешь так много курников. Я лучше отрабатываю. У тебя вроде ты одна, а это провалилась, как у Светы с Ахмедом. Что? Ребята, вы в кино хоть раз снимались, нет? На меня не смотрите, представьте, что я просто квадрокоптер бесшумный. Ладно? Настя, короче, мой брат работает сейчас в летней турине. Ну, в Голдвизде. Сказали мои фото, сказали старые фото, когда худой, и сейчас. И сейчас, типа, это он делал, да? Сейчас будто он делал, я говорю, сейчас я нору тебе. Как будто матки ниток лежат, что такое? Чё? Вот да, я тоже просто бочки, что ли, какие-то губы. Я их только увидела. Вот кто сидя гребет, вы находитесь ближе к воде. Вы чувствуете эту тихую гладь, вот как ее проскользишь? Да. Как ее проходишь? Да, отправляйте всем. Сапмалай, привет. Добрый вечер. А, не дотянемся. Опа. Привет. Ты давно или только? Ну, минут 40, наверное. Ага. Ну и закат встречали там. Вот все мои подопечные, все мои подопечные. Ну не все, те, кто смелые, те, кто на сапе. Да, он умеет, он сам плавает, жмется. Так он у меня также и он у меня также хотел тепла. Шварц, как дела? Вот, ты хотела романтик на двоих. Вот, классно. Ребята, вроде ничем нам не обязаны, уплыли, все. Да? Угу. Согласна. Здравствуй, купался. Опять нырнул. Да. Так, ну что, сейчас к берегу? Да, быстро, да, гребет? Ему бы еще доску хорошую, Варца, смелел, смотри. Потому что все, деваться некуда. Ой, услышал маму. Маму услышал, да? Жопы теплой нету, Шварц. Идем, Шварц, и мама тебя обнимет. Скулит, бедняга. Слышишь? Вот что мне здесь нравится, так это парковаться. Такое здесь место классное. Плавники не застревают. Вот эти деревяшки, ничего? Вот эти короткие плавники. Они не держат. Чё, Вань, как тебе? Классно было? Ага. Потом скажем. Иван запускает сап в небо. Можешь на берег запустить. Шу! Вот это классно было, аж более вертикально было. Да, отлично. Да, истории не закончились. Это надо брыгать назад.